Привет, меня зовут Эрик, сука, Шоков. Я сказал шепотом, потому что после прошлого ролика, где я так говорил, подписчики некоторые сказали, что я теперь не могу сидеть за компьютером, потому что я был в динамиках. Я забочусь о каждом подписчике, хоть и о 40-летнем, хоть и 5-летнем, поэтому будет шепотом. А сегодня я проходил операцию в CSGO. Понятное дело, не за один день, не за два, а за три. Но в общем счету я потратил вот то количество часов, которое у вас на экране. Скажу вам так, мой вердикт по тому, какая это операция, вы увидите в конце ролика, в самом конце. Сейчас вы увидите нарезку из всего того, что вы хорошего там было. Если, конечно, там было что-то хорошее, у меня пока что все плохо. Ну а после всех миссий мне выпали звездочки, и я открыл коллекции, где может упасть градиент и еще какие-то другие скины. И вы просто не поверите, что мне там выпало. Это просто нечто. Все это будет в конце ролика, поэтому смотрите, ролик не будет слишком долгим. Всем приятного просмотра, и не забывайте поставить лайк, потому что каждый лайк продвигает этот ролик в Российской Федерации и не только. Всем желаю приятного просмотра, но самое главное, аппетита. Ну а если у вас нет ничего за столом, то вы можете посмотреть на эту картинку и представить. Фантазию развивайте. Вы можете это поесть прямо сейчас. Давайте приступать. Полетели выполнять эту самую интересную операцию в CSGO. Вердикт в конце ролика, напоминаю. Так, чтобы попадать в голову, мне нужно оружие, которое убивает только в голову. О, да, дружище. У меня рефлекс только в голову задел, дружище. Попасть в тело для меня, это, конечно, это сложность. 10 хп. Ладно. О. Убил. Дружище, я предлагаю не расстраиваться, у нас есть очень много времени, 47 часов еще. АФК, беги, 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 убей! А нет, ничего не понял. Ой, хорош. Ой, я в тело. А, он тут близко. Да, да, да. О. Ой, хорош, два хэдшота. О, и все, и яма. Ну, у сена. Молодец. Два килла. Если я жесткий игрок, я должен этим раундом показать то, что я... Ай-яй. Ну, это было хорошо. Два раунда, один килл. Ой. Дружище, мы это сделали. Просто сделали. Дружище, это просто гениально. Наносите урон гранатами, ретейк. О! Давай, давай. Да. Я попал. Черт. Don't kill, please. Все, выполнил. О, да. Готово, чуваки. Это было легендарно. Совершайте убийство, используя пистолет. Зачистка. Боже, как же ты изи. Боже мой. Трампа. О, как он жестко ставит! Пушит, пушит тебя. А, все, тут все вы. А-а-а! Все. А, стражи. Совершайте убийство из разных пистолетов. Из разных? У меня... Ай, боже. Подожди, я не понимаю. Мы сейчас сделали киллы, и ничего не зачиталось. Покупайте новые, говорят, слышишь? Надо покупать оружие и с него стрелять. Это... А, вот этого не было. Да. А, вот он. Рыба моя. Все, изи, смотри. Все, какое оружие осталось? Револьвер. Это жирный. Чувак, это какой-то квест, а не задание. Я понял, что это надо делать, наверное, секунд 40 назад. Совершать убийство с расстояния не менее 15 метров в режиме вы насмерть. Не менее 15 метров, слышишь? Никого не видит. Где противники? Нет, не подходи. О. Сижу, жду вот здесь. Давай. 7 секунд. Три человека выйдет или нет? Не, не выйдет. Три килла не хватило, дружище. О, 30 секунд, 30 секунд! Давай, давай, давай. Три килла. Три, да. Еще два. Это шутка! Давай, давай, синий давай, фраг! Давай. Шутка! А, нет, не шутка, еще два фрага. Okay. Когда ее убирали, все начали ныть, что ФПС не будет. Совершать убийство из снайперских винтовок, гонка вооружений. О, нет! Там же редко даются алики. Так, ну хоть один килл сделай. Дай сел.
Пацаны, гений, кто это написал. Сейчас главное не обосраться и за эту катку это все выполнить. Совершите 25 убийств в режиме Мираж. Стражи. Ну вот это... Стражи это более-менее. Выберите карточку врага зачистка. О! Где врага? Все. Мне уже Вальф, мне кажется, подарок сделали в этом. Потому что мне не должны были давать карточка. Рок-н-ролл мертв, побеждайте в раундах Вертига, напарники. За красный. Найс. Хорош. Совершайте убийство, уничтожение объекта. Чувак, я боюсь. Ладно. О, господи. Небольшая рекламная интеграция. Сейчас мы на джидропе, и я буду крутить барабан. Мне падает 3 случайных кейса при пополнении денег. Я захожу в барабан еще раз и ввожу промокод WOWDUDE. И кручу барабан еще раз. Мне падает 35% депозитов. Предлагаю открыть новые кейсы, мистери кейс. И давайте попробуем. Вау, мы не окупились. Попробовать еще. Нет, мне не нравится. Так, давайте сделаем контракт из того, что у нас было. Так. Ай, добрый день. Добрый гребаный день. Какой же он прекрасный. Я его очень хочу. Я не забирал с джидропа дропы очень давно. Ссылка на сайт и промокод, который дает вам прокрутить барабан еще раз, есть в описании. А я сейчас его забираю и хочу реально с ним играть. Он лютый. Он просто лютый. Смотрите, просто получить нажимаете, и он уже у вас в трейде. Ой, господи, как же он шикарен. Совершайте 20 убийств из пистолетов-пулемета в режиме стражи нюк. Да нормально, все нормально. Да двое еще, да, еще справа. Нормально. Молодец. Бегут снова. Бегут снова. Кидай О, нет, они... А, боже, хорошо, они так сжигаются. Нормально, совершать убийство из гонка вооружений, из пистолетов-пулеметов. Все, я просто уничтожаю. Совершать убийство из пистолетов-пулеметов, бы на смерть. Разминирование, ну, конечно, вот это. Конечно. Шесть киллов. Ладно, одной звезды, звезды хватит. Совершите 2 убийства в режиме стража Ancient. Погнали. Все, ласт у тебя. Чувак, я чуть не сдох. Какой же болт. Вот меня так же убили. А, подожди. Так легко было на самом деле. Все, ласт у меня. Чувак, они в смог выходят и ничего не видят. Тогда, только надо 2 смока кидать, иначе они не будут нашивать. Чувак, просто надо было кинуть смок и стоять, ждать. Ну, я так и делал. А мне просто кидали, мне в чате писали про то, что они все видят через смоки, я постарался и это не делал. Нанесите граффити в местах обычно Ancient. Ребят, кто знает эту карту? Где тут улица? Где тут проход террористов? Верхний проход. А, вот он и есть. О! О! Да ты... Ой, дурак! Дурак, противный дурак. Совершайте 20 убийств в голову из-за уга в режиме стража. О, это круто на самом деле, я люблю аук. В голову надо с ауга, дружище, в голову. А я в другое место не умею убивать. Я вижу, FPL-овец. У тебя близко. Я просто не открыл. Молодец, Крум, это было хорошо. Ладно, давай пока зачистку пройдем. Мне нужно кого-то ослеплять. И как, как мне их слепить? Все, я убиваю сайт. Я буду не выкидывать флешки. О, есть попал. Гений. Совершать убийство, уничтожение объекта. Комментариев, которые видят. Вот, нужно стражи, только смотри, там нужно убивать не дальше, чем 10 метров. Это крутое задание. У тебя он фейкует. Это что за боты? Вместе так люди не играют, как они.
Миссия эксклюзивная, которую еще никто не проходил. Она вышла 4 минут назад. Миссия. О, есть батл. Короче, лазер касаешься, и турель начинает стрелять. Опа, а вот и Инферно, который сегодня мы играли. Все-таки могли Вальф сделать, могли сделать такой Инферно. Well done, dude, well done. Их много. По нему молики кидаем, гореть. Молодец. Слушай, ну если говорить честно, ну как скучно пока что. Типа мы просто бежим и убиваем. Никакого квеста, может быть какие-то задания логические, ничего нет. О, смотри, прикольно. Мираж. Может быть это пасхалка, типа его скоро не будет. И черно-белый, смотри. Боже, на тобой сейчас будут опыты. Готовься. Прикольно. 25 секунд продержись еще. Белый экран полностью. А, ты должен пройти. Короче, ты должен пройти по этим зеленым пол. Короче, смотри. У тебя вот эти шарики. А, да, я вижу. Там вижу. Зеленый свет. Я тебе должен сказать, как проходить. Право. Ну ладно, прикольно. Хоть что-то они сделали интересное. Готов? Повернись налево. И иди вперед. Еще. Стоп! Чуть-чуть назад иди. Нет! А, надо остановись! Иди вперед. Иди еще. Стой! Направо. Молодец. Стоп. Еще направо. Еще. Все, стоп. Назад. Еще. Сейчас направо. Еще. Подожди. За 30 секунд, да ладно. Это так быстро должно быть. Готово, давай, занимай позицию. Так, иди сейчас назад чуть-чуть. Да, еще и все. И сейчас налево. Ладно, нормально. Прыгни. А, нельзя прыгать. Окей, давай, играем. Иди. Стой, назад. Много назад. Быстро. И сразу налево, сразу направо. Ай, боже, направо. Ну ты все равно шел направо. И ты уже был, у тебя два влога оставалось. Ну, молодец, все, уже получше. Давай, готов? А, бро, просто направо беги. Че за бред? А, понял. Игра поняла, что у нас сложно получается, и дала подсказку. Прикольная, кстати, штука. Да, очень круто. Не, это весело. Да, ну, хоть что-то, бро. Вот, хоть что-то, кроме стрельбы. Да. Это... Баты. А, все. О! Все? В целом. Ну, и оценить по 10-бальной системе. Наверное, 4, нет, 3 балла из 10. Если бы не то задание с экспериментами, я точно говно. То есть только стрельба. И просто идти вперед. Никакой логики не было, вот просто никакой. Не сходи с пути, совершите 25 убийств в режиме стражи Трейн. Ого. Что? Найс. Какая тупая миссия, как же скучно в это играть. Сегодня убийство только в голову Трейн, бы насмерть. Это ты? Нет. Какие боты. Убивайте куриц в бой насмерть. 40 штук, они рофлят? Мою последнюю курицу я зарежу. Вот моя курица. Это просто легендарно. Так, погнали, ССГ 08. Илон проходит. Ух, там еще прошли. Один подъем. Подъем у нас. А, уже подходит. Чувак, такие звуки, господи, это шикарно. Совершать убийство, перелетный снайпер. О! Блин, не хватило. Ура! Побеждайте. О, вертига напарника. Хоть что-то, где можно постреляться адекватно, а не против ботов.
Чувак, ну это просто слишком это легко, понимаешь? Да, да, да. Фух, это было гениально. Так, совершите 20 убийств из вражеского оружия в режиме стражей. Что я сейчас дал? Совершайте убийство с прицеливанием в режиме обычном. 15 киллов. Стражи 25 убийств. Чувак, это было близко. Да. 8 раундов собрать. Что такое белое? Угол. А, ладно, все, все, он ставит, он ставит. Все, все, убил, убил. Можешь дефать спокойно. Одна звезда осталась, дружище. Одна звезда. 7 человек ослепить. Чтобы вы понимали, насколько операция говно. Последняя миссия этой операции. Я прохожу ее вместе с Фрюкезом. Это мой чел. Это Флитис, монтажер этого ролика. И Кюпат, это чел со стрима. Вот столько людей интересуется этой операцией. Вот это реально прохожите. Тут боты и мы. Что это за операция? Что это за говно? Господи. Что это? Это бот? Успокойся. Повернись, повернись. Молодец. Да выиграйте, по-братски. Ребят, наконец-то. Выиграйте, по-братски. Наконец-то мы это говно закончили. Я просто ненавижу эту операцию. Она максимально... Ну, я потом скажу весь вердикт. Все, пойдем открывать эти капсулы обосные. О, бриллиантовая монета, наконец-то. Все, мы полностью прошли операцию, чувак. После прохождения этой миссии, я могу вам сказать так. Это просто говно полнейшее, пожалуйста, не играйте в это дерьмо. Ладно, если вы хотите окупиться, возможно, там есть какой-то шанс, возможно. Но если играть в это как реальное развлечение, то это самое худшее, что вы можете придумать. Не делайте, пожалуйста, этого. Бриллиантовая медаль получена и... Зачем вообще выполнять остальные задания, если можно было выполнить только до 6 звезд? Я не понимаю логику никакой. Почему на первой неделе было 10 звезд, а потом уже по 6? Почему в последней было тоже 6? Почему такие задания бессмысленные? Зачем это все делать? Можно же было что-то интереснее. Почему я за всю операцию запомнил только один хороший момент? Это когда нужно было подсказывать, куда идти тиммейту. И все, я за всю эту операцию заплатил 1150 рублей. И что я получил? Момент вот этой миссии. Что за дерьмо? Пожалуйста, Вальф, исправьтесь. Это полное дерьмо, и такое нельзя делать. Вы даете хавать дерьмо полнейшее. Спасибо большое всем, кто смотрел этот ролик. Понимаете, что хорошо, что плохо. Всем пока, с вами был я, Шок. Жду новую операцию от Вальф, чтобы они заработали.